История из классики русской литературы. Отличие лишь в том, что румынские пограничники задержали при пересечении границы не Остапа Бендера, а зампреда Одесского облсовета Алексея Гончаренко. Он теперь больше не поездит на ворованном автомобиле. Машину, которая, как выяснилось, числится в угоне, у Гончаренко конфисковали сотрудники румынской пограничной полиции. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает издание «Таймер». Официального подтверждения либо опровержения данной информации получить пока не удается. Сведения отказались в Южной таможне и в региональном управлении Госпогранслужбы. По данным источника, на ворованном авто зампред облсовета отправился на заграничную конференцию. В пресс-службе Гончаренко уже подтвердили информацию о том, что он действительно находится в Румынии в командировке. Правда, при этом отметили, что личного автомобиля у зампреда облсовета, оказывается, нет. А за границу он отправился на служебном. Напомню, утром 26 февраля прошлого года Алексей Гончаренко на личном автомобиле Nissan Тиана спровоцировал аварию на Фонтанской дороге и повредил 3 автомобиля. После скрылся от журналистов в машине своего помощника.